Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас в сад 300 пост. Сейчас вам буду показывать новинки, которые я выписала в прошлом году и в этом году у питомника Сан-Сен. Крисмас и гала. В прошлом году посадила осенью. Потрясающе! Красивая невозможно. Желто-голубая, контрастная. Потрясающие вот эти стрипы, полосочки. Проявляются сразу, светится, хоста светится просто на клумбе. Так, теперь Lightning Flash. Это тоже хоста, которая будет стрипованная. Вот виден листочек. Вот, тоже молодая, прошлого года посадки. Вот, жду от нее многого. Это Faith, судьба. Переводится старый сорт. Крупный, с золотистыми листьями. Посмотрим. Так. Сейчас вам покажу. Так, еще. Sea Sunshine. Вот еще один стрипованный сорт. Думала, нужен, не нужен. Ну, хорош. Хороший, симпатичный. Fire Island тут рядышком. Так, теперь. Это, вот эта голубая, красивая волна. Крупная хоста. Арками, вот такими фонтаном будет. И это венецианская звезда. Venetian Star. Так, теперь. О, хотела вам показать вот эту тиарелку. Это называется Angel Wings. Крылья ангела. Вот они, крылья ангела. Посмотрите, вот эти листочки. Но посмотрите еще, как она цветет. Очень хорошенькая. Хохлаточка тут у нее цветет. Вот еще одна тиарелла, называется Stop Light, красный сигнал. Stop Light — это красный сигнал светофора, называется. Вот Stop Light, да. Вот здесь гравелат у меня pink petticoat, то есть вот хорошенький, но развалился. Вот видите, вот такой дождь прошел, что все развалило. Так, а это у меня Allegan Fog. Allegan Fog пошел хорошо. Наконец, третий год. Был очень маленький, пришел. И вот он, наконец, проявляет свои сортовые качества. Вот он пошел. Там вдали молодая совсем из Франсена пришла у меня Dancing Queen. Посадила ее в самую тень. Многие мне скажут, что это вообще недопустимо, эту желтую хосту сажать так в тень. Вот, некуда было посадить, посадила. Она будет крупная, вы знаете, золотая. Но, посмотрите, она с собой освещает вот такой темный уголок. Но, как вариант, имеет право на жизнь. Вот целая коллекция хост хороших редких сортов из питомника Франсен. Посадила их в прошлом году, но пришли малюсенькие, просто вот совсем малышки. По-моему, наверное, меристемные. И поэтому особенно показывать нечего. Ну, так, пробегусь быстро. Итак, это Крис Алала Лонг. Красивая, да? Это Холлор Мистик Пепл. То есть мистический пурпурный от Холлора. Вот он поднимается наверх, пурпурный цвет. Так, это Good Time. Вот смотрите, какая она интересная. Молочно-зелено-желтая. Вот такая вот. Так, это Холлор Rising Flame, то есть Холлор поднимающийся пламя. Будет очень красивая хоста, но пока ее только пестую. Это Flemish Gold, фламандское золото. Она более желтая на самом деле. Так, теперь это Вэлли Red Scorpion. Это красный скорпион от Вэлли. Вот он, кобру вы видели у меня, наверное. Вот, а вот это вот скорпион. Тоже будет крупная достаточно хоста, средне-большая, с заходом красного вот этого цвета на лист. Но пока она еще только-только собирается. Это Холлор Сансет Кобра. Это, значит, закатная кобра Холлора. Вот, смотрите, тоже очень темно-красный бордовый цвет будет заходить на листик. Вот это Lady in Red. Такая матово-зеленый лист.
красный, вот видите, красные черешки, и красный должен заходить на красивый, широкий, такой матово-зеленый лист, который такой дымчатый зеленый. Вот это Аннабель Ли. Вот только тоже молодая хоста. Вы знаете, один из новейших сортов. Вот сейчас пока не очень видно, что он из себя будет представлять, но это будет хоста. Она будет, у нее форма пирамиды. Ярко-зеленая, хорошая, такая тоже с немножко таким напылением. Слегка волнистая, слегка подкрученная. Красивая, красивые формы, очень будет куст. И красивые у нее будут цветоносы и цветы. Ну вот, вот пока подращиваю. Невозможно не показать вот этого красавца. Это Бен Вернуй. Посмотрите, какой красивый. Сорт, конечно, потрясающий. Достаточно плотный листик. Но посмотрите, какой цвет и сочетание. Широченная желтая кайма. Это даже каймой нельзя назвать. Скорее, это желтый лист, на который входят голубые вот неравномерный центр. Вот. Ну, хорош невозможно. Светится издалека. Вот второй год уже разделился на две деленочки. Вот. Так что я прошу прощения, после дождя тут нападало всего. Так, теперь смотрим, что это. Это Valley Lemon Limbo. В прошлом году пришел сорт очень маленький у меня. Пришла меристемка, практически, мне кажется, из Франсена. Он должен быть... Итак, это питомник Valley. Вот у него розоватые ноги. Нежный, красивый лист. Очень красивого цвета. Очень. Вот. Ну вот пока это вот молодые у меня две хосточки из Франсена. Вот они вот здесь вот так вот развиваются. Это райпт. Но райпт не показываю, потому что пострадал он у меня от мороза. Вот видите, он какой-то такой, очень такой получился. Пока еще корявенькие листочки. Ну, надеюсь, скоро отрастут уже свежие. Три интересные хосты. Новинки этого года из питомника Франсен у меня. Итак, это Spring Ghost. То есть весеннее привидение. Сорт волшебный. Листья молодые появляются у него вот такого оттенка. Молочно-желтые. Сначала молочно-белые, потом молочно-желтые. Потом они начинают окрашиваться в голубой цвет. В зеленый сначала, а потом они голубеют. И вот это сочетание, вот этот переход. Вот видите, молодая розетка тоже такая светлая. Вот, а дальше она начинает вот так вот голубеть и на одном растении. Но эта метаморфоза происходит весной очень быстро, май, середина июня. Вот, посмотрите, какой интересный сорт. Вы видите, он серебряно-голубой, да? И называется он Silver Tongued Devil, то есть дьявол с серебряным языком. Вот, к сожалению, мороз у меня все-таки повредил эту хосточку. Вот. Но посмотрите, да, вот этот вот серебряно-голубой цвет. А вот это радостный, невероятно радостный вид имеет хоста Крис Тропикал Сандаун. Тропический закат от Крис. Вот он закат. Вот он, яркие красные, такие бордовые черешки, такие кирпичные, наверное, такого коричневого бордового цвета. И вот этот вот ярчайший, желтый, бьющий по глазам, да? Вот посмотрите, это Spring Ghost, молочно-желтый, приглушенный. И вот этот вот, просто, ну, тропики. Да, действительно, Крис, автор этого сорта, мне кажется, очень хорошее название дала.